Всем привет, это Косинус, и сегодня я буду рассказывать, а точнее сравнивать наушники фирмы Sennheiser. Первая модель HD25C2 и HD25SP2. В чем различие этих наушников? Изначально многие диджеи сравнивают и говорят, что это одинаковые практически во всем наушники, только цена у них различается. На самом деле вот эти наушники более дорогие, и почему они дорогие, сейчас я вам расскажу. Это модель HD25C2. Начнем с технических характеристик. Более дорогая модель по диапазону частотному очень сильно достаточно отличается, от 16 до 22 тысяч Гц. Более дешевая модель от 30 до 16 тысяч Гц. По качеству звука и громкости более дорогая модель 120 дБ, более дешевая 114 дБ. Это существенная разница, если вы играете на больших площадках, на рейвах, вы поймете, в чем эта разница. Начнем с самих наушников. Как, вот я их уже достал, вот более дорогая модель у меня лежит, я положил их на коробочку, чтобы вам было видно. Вот более дешевая. Начну с комплектации. С более дешевой модели ничего не дается, кроме наушников. Есть только наушники, есть у вас коробка. С более дорогой моделью дается, помимо самих наушников, запасные подушечки. Вот они у меня в руке. И мешочек для самих наушников. Фирменный. Вот. Если взять сами наушники в руку, сразу же понимаешь, в чем отличие. Это на более дешевой модели просто обычный прямой шнур. На более дорогой он на самом деле и длиннее, и сделан как телефонный шнур. Вот видите, он у меня запечатан. Если взять сами наушники в руку, более тонкий обод на дешевых. Здесь двойной широкий обод. Ну, кому как удобно. И опять же, если говорить по самой подложке вот этой, здесь у нас мягкая подушечка, а здесь подушечка из такого, как пластик, полиэтилен какой-то такой. Ну, кому как удобно, кому как нравится. Но несмотря на то, что эти наушники более дешевые, вроде как бы и маленькие, и они так вот болтаются не на ободе, но есть большой плюс у них. У кого мало места в сумке, тот легко очень может их поместить в любой уголок практически сумки. И у меня даже некоторые друзья-диджеи носят их легко в папках с CD-дисками. Вот так они складываются, представляете? Очень удобно. Вот, это, наверное, основные моменты, да, в чем они отличаются, эти наушники. Но могу сказать, что и эти очень качественные. И также эти очень качественные наушники. Так что выбирайте для себя, и это хорошая, выше среднего модель, которую вы себе сможете позволить не за очень большие деньги. И 100% гарантирую я вам качество и долговечность в работе. А с этими наушниками все понятно. Если вы хотите играть всю жизнь с ними, то они вас никогда не подведут. Все, удачи!